Где отдохнуть в августе? Варианты есть. В топе Дубасары и Каменка. Походы, сплавы, экскурсии, дегустации и гастротуры. Путешествие на любой вкус. Кстати, теперь отдых стал выгоднее. В Приднестровье действует туристический кэшбэк. Дубасарская ГЭС – плотина. С одной стороны водохранилище, с другой – Днестр. Виды для красивых фото. Экскурсия на станцию – один из туров августа. Путешествие на дно Днестра. Прогулка по туннелю и не только. Попадаем непосредственно к шлюзам, в машинный зал, в отделение, где сидит диспетчер. То есть полностью проходим все залы гидроэлектростанции, знакомимся с тем, как поступает электроэнергия к нам в дома. И после этого отдыхаем уже в Селероге, знаменитые виды на Днестр, шикарное Дубасарское водохранилище, дом Бутафори. Это вот из того, что новое мы можем предложить в этом месяце нашим туристам по Приднестровью. Также запустили немножко вновь переработанный маршрут по северу Приднестровья. Самые-самые дальние края нашей республики – это Каменский район, село Севериновка и Хрустовая. Интересный такой насыщенный поход по очень удаленным местам нашего края. Еще один вариант – активный туризм приглашает Валя Адынко. Это Каменский район, тур по Золотому ручью. Старт 5 августа, сначала субботник, после экскурсия в гостевой дом. Будет обед и чаепитие, вечером дискотека на свежем воздухе. 12 августа – тур по Приднестровскому Подолью. Первая остановка этого тура – это будет потрясающие по площади плантации Дойбаньские. То есть мы посмотрим Дойбаньские виноградники. В Каменке нас ждет ночлег в гостинице. Гостиница расположена прямо на берегу Днестра, поэтому можно где-то себя почувствовать русалочками, искупаться в Днестре, отдохнуть, пожарить шашлычок, пообщаться с друзьями. 12-13 августа мы обязательно поедем по туристическому кэшбэку. Туристический кэшбэк возвращает 20-50% от стоимости поездки. Важное условие – оплатить тур или экскурсию нужно через приложение «Билет ПМР». Возврат приходит в течение 5 дней на карту Агропромбанка. Многие турагентства уже подключились к кэшбэку. Вся информация на туристическом портале.